Барнауле. Это синагога, где ходил, ступала нога Господа нашего Иисуса, где он учил своих учеников. Вот мне Ирина рассказывает, что это из черного камня. Черный камень, да. Только фундамент. А это уже перестроенная из другого камня восстановленная синагога в 4 веке. Здесь есть запись на греческом и на английском. Вот здесь был Господь наш, здесь он ходил. Очень впечатляет, очень вдохновляет. Спасибо Господу. В доме Петра, вот то, что осталось от этого дома, в котором по Библии Господь творил чудеса, исцелил его тещу. Вот это здание, это как бы наверху была еще церковь, как бы это Рима, то есть это то, что осталось. Да, в 4 веке построили на доме Петра церковь, сейчас построили еще одну, мы в нее зайдем. Удивительно то, что все сохранилось, вот эти булыжники, вот эти, как можно представить, как это, как люди жили, и что сюда приходили много людей, чтобы посмотреть, послушать Иисуса, и многих исцелял, много чудес здесь сотворил. Это вот современное здание церкви Петра, построено над домом Петра, да. Кинул головой. Мы пока еще в Капернауме, и мы вышли к Галилейскому морю. У нас сегодня шторм, дождь, но мы радостны, потому что в таком месте, где Господь наш служит. Матфея 4, глава 18 стих. Значит, когда Иисус проходил мимо Галилейского моря, он увидел двух братьев, Симона, которого назвал Петром, и Андрея. Они забрасывали в море
сеть. Потому что они были рыбаками. Он увидел их, сказал им: «Следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков». Погода у нас изменилась, да, Ришка? Да. Ветер ушел, посмотрите, какой шторм еще легкий такой, как это красиво, как потемнела вода, потому что небо в тучах. Удивительно, я попала в такую погоду здесь. Просто дождь лет благословенный. Ришка, расскажи об этом месте немножко, что это? Здесь находился город Капернаум. Там, где мы были, где церковь Петра, там тоже город Капернаум, но не провели раскопки полностью всей территории, скорее всего, потому что город был большой. Я хочу передать привет Леночке. Лена, мы вон на том берегу купались, если ты помнишь, когда мы в первую поездку ездили. Вон на том берегу. Все. Но здесь тоже еще видно волны. Покажи, какое небо. Такое впечатлительное небо, такое удивительное. Кстати, на Кипре у нас тоже низкое очень небо. Может, там искупаться или что? А, нет. О, ладно. А вот еще один сюрприз. Здесь написано, что когда Иисус жил в Назарете, в какой-то момент он ушел оттуда и поселился в Капернауме, который рядом на берегу моря, Галилейского моря. Матвея 4 глава, 13 стих. Там находится еще одна церковь, это греческая православная церковь на территории Капернаума. Начался дождик! Да, снова дождик. Красиво, красиво. Галилейское море в шторм выглядит иначе. Но сейчас волны немножко утихли, были выше. Да, хороший танец. Природы, птицы. Птички-то поют. Как интересно, как розовые крыши у православной церкви. Розовый цвет любви, цвет Открыто.
Надеюсь, что мы можем зайти. Нам по голове за это никто не даст. Не, я не пойду. Пойдемте. Вот уже... Никто не нарушает. Тоже деревья пронумерованы. Там написано, не разговаривают. Да? Курочка он странная. У них раньше были павлины. Серьезно? Они тут ходили, туристов развлекали. А курочки посмели даже. Такая тихая, спокойная атмосфера здесь. Вон павлин сидит. Где? Вон, он. Бедный, не может распушить хвост, он очень тяжелый. Он спит. Намок хвостик. Курочка намокла. Какая же здесь красота. Церковь, нужно идти туда, мне кажется. Или вроде бы прямо и направо. В общем, где-то направо. Ой, как красиво это вообще. Она как, знаешь, как игрушечная стоит. Красиво. Очень чистенькая. Там очень красивые фрески на стенах и на потолке. Она самая красочная, одна из самых красочных церквей, что я видела вообще в принципе. Вот. Давай объясним, где мы находимся, да? Мы решили дойти до греческой православной церкви. И сейчас мы войдем вовнутрь, ни слова не говоря, попробуем все снять. Говорят, там необыкновенно красиво.